На Южном Урале выходные, звездопад. В День металлургов города области поздравить заводчан приехали Николай Басков, Григорий Лепс, хор Турецкого и Стас Пьеха. Но главным подарком стало заявление главы региона Алексея Текстера. Предприятие Мечело снизит выбросы почти на 40%. Об этом первыми узнали жители металлургического района. Какой была реакция горожан и как область отметила праздник, Иван Лежнин подробнее. Первыми уже по традиции праздник отмечают в металлургическом районе Челябинска. Гуляния начинаются с утра в парке Тищенко и продолжаются большим концертом на стадионе вечером. Я приехала из города Липецк, передаю Челябинскому от Липецкого металлургического комбината привет. Вы нарядились для Стаса Пьехи? Обязательно. Обязательно для всех жителей микрорайона нашего. Хедлайнером вечера должен был стать Стас Пьеха, но лавры у поп-звезды отобрал глава области. Алексей Текслер, поздравляя челябинцев, делает важное заявление. Подписали соглашение. По этому соглашению комбинат обязуется в ближайшие годы снизить объем выбросов. И это очень важно. Мечел-Кокс снизит объем выбросы на 22,5%. ЧМК снизит объем выброса на 16%. Заявление о том, что Мечел в ближайшие годы снизит выбросы в разы, челябинцы встречают аплодисментами. Соглашение с промгигантом Алексей Текслер подписывает за несколько минут до поздравительной речи. До 2024 года в снижение выбросов Мечел инвестирует почти 10 миллиардов рублей. Количество загрязняющих веществ в атмосфере снизится более чем на 14 тысяч тонн в год. Также предприятие должно будет исполнять обязательства по квотированию выбросов. Подписание соглашения стало подарком для челябинцев, особенно для тех, кто проработал в металлургии всю жизнь. Это про Галину Шишкунову. Женщина трудилась на заводе машинистом крана. По ее стопам пошли и дочери. Работала сортопрокатной второй машинистом крана. Пришла в цех 25 лет и ушла из цеха 56 лет. Для меня этот праздник просто для души. Я горжусь, что у нас есть этот праздник для металлургов. Наконец, поздравить жителей металлургического района выходит Стас Пьеха. День металлурга гремит в южноуральской столице все выходные. На площадке возле торгового центра выступает знаменитый хор Турецкого. Послушать артистов собираются тысячи человек. Горожанам удается и спеть со звездами. Хор Турецкого устраивает народное караоке. Мы нашли повод. День металлурга. И мы приехали сегодня поздравить южноуральских металлургов, а также всех людей, которые живут в Челябинске, порадовать их в воскресный день. Мало того, мы даже привезли шикарную погоду, хотя гидрометцентр настойчиво говорил только дождь. В Кыштыме металлурги с семьями подпевают группе «Поднимаем руки вверх». Хиты 90-х звучат до самых сумерек. В Оше празднование растягивается на 3 дня. Заводчане состязаются в кулинарном мастерстве, а на главной сцене устраивают барабанное шоу. Иван Лежнин, Полина Кирсанова, Евгений Молчанов. ОТВ.